У кота горит очаг! Помогите! Здрасте, меня зовут Мазл. Добро пожаловать в Китти Бэнг Бэнг. Какие приятные звуки здесь, а? Только послушай, а? Прям расслабляет. Ну чё, пора котиком стать. Мур-мур-мур, пошли. Чё такое здесь? Видимо, записка хозяина нашего. Я должен выйти на улицу на ночь. Ты нас кидаешь, серьезно, хозяин. Кушай свою еду. Со своим клубочком поиграй. Даже двумя. И не смей бегать и прыгать по мебели. А то что будет, а? Мур-мяу! Здоров, пацанчик. Просыпайся. Пора за работу. У тебя еще кровать своя есть? Охеренно. Что такое, здесь окошко? Ну пустите меня на улицу, а? Такая музыка, будто какой-то прям стел здесь. Операция кот. Вещи, которые делают хорошие кисы. ВСД, подойти к миске. Это мы умеем. Мур-мяу. Можно похавать? Выполнено, есть. С клубочками поиграть, я. Дайте поесть, а? За работу, Котофеич. Бардак сам себя не сделает. Клубочек. Вот так? Чпыньк. Получилось, есть. Не бегать, подумай с кнопочкой Shift. Вот так, что ли? Разгон мощи кошачий. Поражение? Бывает? А что в сундуке здесь? Барыши есть, а нет? Горшочек, нихера себе. Не поломать его никак? Здрасте. Ой, подожди. Ты что борзишь, клумба? На кого лезешь? Ты посмотри. Может, почитай, да? Нет? Наверх мебели не прыгать. Типа вот так? Нихера себе, стульчик, потише будь, а? Не качайся. Ой, не получилось. А что такое? А просто побегали, подумаешь. Прям освещение, посмотри, какое офигенное здесь. От свечи. Шикарненько, суша. Никакие бутылки не опрокидывать. Почему это? Я же хороший котик. Прям вот так. Не моя проблема. Уберете, приберете, ничего. А что такое? Это точно бутылка просто? Какие-то будто химические реагенты здесь. Мур-мяу, не моя проблема. Не начинайте пожар, пожалуйста, какими-либо свечами. Ну ладно, хорошо. Я вот так нежненько просто пройду. И типа у меня жирные бока. Не толкается, нет? А что такое? Думал, толкать можно, нельзя. Там еще бутылки есть, а? Ты посмотри. Княженцы здесь так. Там еще кошка, что ли? Никак не вылезти, да, пока? Ну пойди все в одну комнату здесь, да? Ну-ка, нежненько. Ой, Котофеич, подожди. Ну у тебя жирная срака, слушай, потише будь. Лапой вот так. Сейчас все будет, смотри. Чпыньк. Ну что не работает, Проклятый светильник. Я уничтожу тебя. Ну что такое, а? Как его скинуть? Он упал, все, ты посмотри. Ну, Котофей, соберись. Подожди, пошло. Да что ж такое-то, люди, коты. Уже почти. Да мать-перемать твою кошачью, а? Давай скидывай. Во-во-во, почти. Еще. Великая мощь. Кошачья мощь, получилось. Ой, что-то горит, это не я. Какие прикольные искорки здесь. Не скидывайте 5 бутылок. 5 бутылок! 5! А еще вон там остались. Я уже иду, мур-мяу. Можно похавать. Да, вот так можно присесть на свою миску. Сейчас замутимся похавать, да? Это тоже можно пожечь. Надо еду разогреть. Ой, простите. Давай, греем еду, подожди. Вот так. Я люблю тепленькое поесть. Ой, хорошо пошло. Моя кровать! Бывает? А я могу пожечь себя? У кота горит очаг! Помогите! Матерь божья. Ну что ты мурлыкаешь, а? И кого мне поджигать? Господи, люди, кровать не горит? Кровать тоже горит, я кровать поджег. Матушки, что я делаю, а? Я просто лучший кот здесь. Как тебе бутылки поднять? Ай, горим, горим, горим. Спокойненько. Да-да, помурчи. Бутылочки, я уже здесь. А что не залезть, а вы что борзеете? Кошачья мощь, так. Кошачий разгончик. Нет, не получается. Я буду это пить, или это пить, или вот это пить. Нет, вот это пить. Нет, точно это пить. Лещ! Подонки! Ничего, потом приберутся. Какой-то валяется ключ или что это? Не, просто осколок. Падает свет так. Ну-ка, давай-ка. Нежненько наливай-ка. За что? Красавчик. 5 бутылочек есть, кошачья мощь. И самое важное, и последнее. Не ломайте окошко над столиком взрывом. А чё я могу взорвать здесь? Вот здесь? Как он прыгает, посмотря. Мяу! Не получается. Горим! Спокойненько. Не ругаемся. Ой, что-то я стол поджег. И там поджег. Ай, матерь божья, стол взорвался. Или книжки взорвались. Чё это было? Охереть просто. Ту-ру-ту-ту-ту-ту-ту. Такая музыка, будто здесь стелс какой-то. Ой, горим, подожди, киса, держись. И не прыгайте в горящее окошко. Ну я, по-вашему, чё, поехавший, а? Конечно, я прыгну. Мяу! Мы на улице, нихера себе.
Не одна, оказывается, комната здесь. Можем пойти домой. Пусти меня, хозяин, а тебя жене, сволочь. Пошел бухать, паскуда. Как я обратно залезу, вы что, прикалываетесь? Это вообще реально? Это же кошачья импосибру. Это можно скинуть, да, пожечь? Так, ну допустим, как-то я могу сюда вот так зацепиться, да? Но я сразу падаю, все. Домой, хочу пойти домой. Ой, божечки. Я же еще не доел свою миску, ну вы что, прикалываетесь? Дайте похавать. Ой, подожди, кошак, ну что ж ты делаешь? Горшочек не вари. Упадешь? Нихера себе ломается. Нужно кошачье пламя, нужна мощь. Будь любезна, да? От души, пошли. Я могу это пожечь? Древесинка валяется, посмотри здесь, а? Ну-ка, спокойненько, сейчас все будет, смотри. Кошачью лечь. Не работает. Давай резче, ну. Во, красавчик. Сейчас все порешаем. У кого-то древесинка на земле лежит. Надо помочь. Надо их согреть. Ведь так? Давай, по чуть-чуть. Ну, соберись, Котофей, а? Да не себя ты поджигай, сволочь. Давай, древесинка. О, хорош, посмотри, а? Дорогие соседи, грейтесь. Все ради вас. Вы понимаете. Я всем помогаю здесь. Я самый лучший котик. Ведь так? Ой, что-то провалилось. А, мы пошли во дворик. Ну, может погулять? Почему нет? Домой же не могу я залезть. Горшочек. Так, ты упадешь, нет? Ну-ка, отдыхаешь. На кого-то лезешь, а? Слышишь? Ну что он не падает, а? Во-во-во, пошел, подожди. Во, хорош, Котофеич, красавчик. Там пушка, нихера себе. Вы сможете 5 горшочков разбить? Ну я постараюсь. Почему бы и нет? Я же лучше в этом деле, а? Что у вас здесь? Какое-то полотно есть. Ну-ка, скинь вот так. Сейчас все подожжем. Нежненько здесь. Так, поджигаем вот тут. А что не горит, а вы что борзеете? Что за новости здесь? Не почитать ничего, да? Вот и горшочки финальные, так. Сейчас все будет. Ну что они опять не падают, а? Тихо, Котофеич, береги задницу. И нежненько вот так, красавчик. И капельку здесь. Ну давай соберись, а? Мурмяу. Ну что застрял, а? Кошачий лещ. Застрял, сволочь, ну-ка выходи. Получилось? Ну просто кошачий ванпанч. Ту-ту-ту-ру-ту-ту-ту-ту-ту. Финальная миссия. И точно эту пушку не поджигайте. А то что будет, а? Вы кого пугаете здесь? Опа, на охранник здесь, нихера себе. Братан, ты что, бухаешь здесь? А куда залез? Я будто в воздухе, а? Посмотри на это просто, а? Кошачья магия, бывает. Просыпайся, слышишь? Вот еще шипишь. Братан, я тебя разбужу ведь сейчас, а? Ты реально этого хочешь? Просыпайся, паскуда. За работу пора. Да выпить, а, пожалуйста. Ну, откройте пробочку, а? Какие все злые здесь. Бухлишка мне делится, посмотря. Какова же сволочь, не прощу. Тру-ту-ту-ту-ту-ту-ту. С пушки полив в него получается. Вы что, прикалываетесь? А в этом месте еще можно полетать, смотри. Джук, и кот просто едет. Кот-конвейер. Будем знакомы, здрасте. Ну-ка, пушечку поджечь. Давай-давай, понеслась. Резче, 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 Котофеич. Вот так, мощь! Нихера себе громко это было. Эй, охранник, ты жив там? Проснулся, братишка? Да, нормально, все, он где-то здесь. Он просто отдыхает. Ну что, пошли? И куда залез? И что бы ни произошло, какие бы ни были обстоятельства, не смейте захватывать замок. В атаку кошачью вперед! Такая прикольная, милая игра, господи, а? Это было офигенно. Настоящий симулятор котика. Миссии прям как в жизни. Пока приключения котика заканчиваются здесь. Спасибо, что поиграли. Да на здоровье! Пока на этом все. Большое спасибо за просмотр и увидимся. Мурмяу!